Привет, дорогие подписчики, зрители канала. Мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы убили дракона. Морозного дракона. Причем, в принципе, это нам далось довольно-таки легко, когда он приземлился. Он получил массовый получач. Ему стало плохо. Но когда он летал, это было, конечно, печально. Так, и сейчас мы зайдем. Вот наткнулись мы на обитель Ранвейк. Посмотрим, что же это такое. Люблю я такие вещи. Надеюсь, мы получим там как минимум слово силы. Как минимум. А что ж так, как максимум. Ох. Прячемся. Сохраняемся. Двигаем. Смотри, как красиво. И тихо, заброшено. Так, что-то я там вижу, движется. Какой-то призрачный свет был такой. Ох, как мне нравится новая система освещения. Да, это призраки. Новая система освещения, увидите, да, как натурально стало темно. И светло только там, где есть источники света. То есть это все стало очень реалистично. Конечно, станет посложнее играть, но при этом... При этом гораздо интереснее, правильно? Что же у вас тут творится такое? Череп тролля, зелье лечения. Призраки. Значит, призраки, да? Но почему же тогда с вас я могу взять настоящие вещи? То есть не такие уж вы и призраки, судя по всему. Сохраняшечка. Так, ты посмотри, какие просторные помещения здесь. Офигеть. Да, это явно... Явно что-то непростое. Вон там я вижу сундук. То есть это уже сигнализирует мне, что я сюда не зря зашел. Так, один призрак. Вроде бы один. Всего один, это хорошо. Стрел, конечно, мало. Оп. Да что ты какой нео, а? И так стрел мало. Так, золото. Тут у нас есть ответвление в одну сторону. Что у нас здесь? Обезопасим тылы. Здесь у нас драугры. То есть нежить всех мастей. Осталось только вампиров встретить. Но их, мне кажется, тут не будет, потому что эти... О, как ярко. Потому что эти духи, они, судя по всему, какие-то благородные. А, это не дверь. Понятно. Я думал, это дверь, а это гроб. Слышу слово силы. Хорошо. Так, эту дверь мы потом посмотрим. Там еще какая-то дверца. А, и надо думать, что сейчас я возьму слово силы, и они попрут.
Ой, ой. О, да, ты попал в мою ловушку. Алчность способна заманить куда угодно. Хотя странно, ты еще дышишь, все разбиты. Я знал, что это не может быть так просто. Не обращай внимания на моего помощника. Может, он и не в лучшей форме, но мертвым он мне полезнее, чем живым. Ладно, посмотрим, найдется ли тут что-то, чтобы покончить с этим как можно скорее. Братюнь, не надо поскорее. Не беспокойся, будет не слишком больно. Не слишком. Командир! Где-то тут. Куда я его... Так, надо выбираться отсюда, кедрень и фини. Подожди, а как она сбросилась? Теперь в другом месте, что ли, находится? Странно. Ладно, отмычек до хрена. Я думаю... Думаю, выберемся. Блин, ты посмотри, да? Ах, чуть-чуть. Блин, да посмотри. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть. Да твою дивизию, ну, ну давай, ну. Нас же сейчас убьют просто к хренам. Ну чё, братюнь? Так все просто думал бы, да? Ой. А, вот так вот. Новый уровень. Здоровье. И, в принципе, давайте скрытность прокачивать. Или все-таки одноручная. Легкий шаг. Хорошо. Я все-таки хочу в итоге вернуться к скрытному прохождению. Ты скотина. Ты вообще шель попутавший. Так, ладно, лечение мне не нужно. Это мы возьмем. Это же надо было какая-то замануха, да? Что ж, все не слава богу, я уже обрадовался, блин. Конечно, ослепила меня эта штука знатно, которая, когда подходишь к стене со словами силы, зрение натурально становится очень темно, и видно только... Видно становится только, собственно, слова силы. Необычный камень. Яд антимагии. Это нам пригодится против... Против магов, соответственно. Хорошо, что у нас здесь? Зелье можно взять. Ладно, пора убираться отсюда. Мне не очень понравилось, как они со мной поступили. Кто именно они, я не знаю, но мне не понравилось, как они со мной поступили. Не, ну посмотри, да, какая замануха. Я ж ломанулся там, блин. Лицо было счастливое-счастливое. А тут вон оно что. Упал. Так, ты, похоже, двигаться никуда не собираешься, да? Так, кстати говоря, давайте-ка новую способность попробуем. Вот он, кувырок. Отойди от... Вот так. Отлично.
полезная способность. Ничего не скажешь. Можно было бы, конечно, прокачать... Так, я все правильно понял. Можно было бы прокачать, конечно, способность ковать доэдрические доспехи и оружие. То есть я бы сковал себе один доэдрический кинжал, один доэдрический меч, раз их все так хвалят. Кстати говоря, там я сразу смогу это сделать, или мне нужно будет еще что-то перед этим прокачать? В принципе, нет, я смогу сразу. Как следующий уровень будет, мы сразу прокачаем вот это вот. Ибо почему бы и нет? Отлично. Так, где этот упал? Ага. Понятно. Я не хочу второй раз падать. Давайте-ка сохранимся, потому что сейчас какая-нибудь хрень в итоге еще вылезет, это будет печально. Кин, гармония кин. И вроде спокойно, да? Так, а сундук пустой, это просто замануха. Ну как так можно со мной поступать? Ну что ж вы за люди-то, а? Сундук это было первое, что меня поманило сюда. Так, давайте посмотрим, что за крики. Так, ну это мне не особо нужно. Тут, в принципе, неплохое. Голос успокаивает диких зверей. Они больше не хотят ни сражаться, ни убегать. В принципе, вот это вот мне поможет против всяких белых медведей, саблезубов, которых мне, в принципе, убивать-то неохота. Я человек такой миролюбивый. Будем их отпугивать криком кин. Все, выходим отсюда. Забавное было подземелье. Мне понравилось. Именно такие вот продуманные квесты и заставляют любить эту игру. Потому что где еще? Но если только в других играх от беседки, Fallout 3, там были похожие приколы. Ну да ладно. Пора двигаться дальше в сторону Вайтрана. По дороге убить грязикраба, стража. Так, ты не шевелись, я тебя убил уже. Не надо нам этого. Так, ладно, наш путь дальше. Нам нужно вот сюда. И, в принципе, тут уже где-то здесь уже. А нет, бывает рано, еще далековато. Ну, все равно, как далековато. Довольно близко все. Знать бы, где тут моя лошадка. Она, конечно, осталась на той стороне. В принципе, я надеюсь, до города доберется, а там мы уж как-нибудь словимся. Блин, ну до чего природа красивая. Обожаю. Офигенно. Так, ладно. Любоваться-то оно, конечно, хорошо, но... А, в принципе, мы прямо туда идем, куда нужно. Пересечем эту небольшую речку, говнотечку. Вот по этому бревну. Как оно тут услужливо оставлено кем-то. Так, ну и чё? Кстати, надо знак кин поставить. Испробовать его сразу. Сейчас наверняка на меня кто-нибудь кинется.
Вот, допустим, вот этот... О, дракон. Вы видите дракона вдалеке? Саблезуб охотится за оленями. Интересно, он предпочтет их или меня? А мамонт охотится... Так, понял. Вот и вы. Ребят, ну идите потусуйте куда-нибудь. Ну, что, не работает? Ну ладно. Давайте еще раз почитаем, почему оно не сработало. Ну, вроде как они хотели и сражаться, и... Уроды, мать вашу, обманули меня. Так, ладно. Ладно. Там пещера, в которой, по-моему, был уже. Логово плута. Логово плута, по-моему, был там. Мы, по-моему, там Кимату пилили. Блин. Ну, расхотел, нет? Мамонт, успокойся. Он уже мирный, он ничего не хочет. Смотри, какой агрессивный мамонт, да? Да, мерный саблезуб, это круто. Блин, опять летает? Фу, так. Что же он там летает-то, а? Тут и прятаться-то от него некуда. А вот и наш грязикраб на горизонте. А вот здесь можно прятаться от дракона. А вообще это у нас... Что это такое? Ладно, не будем брать чужое. Может тут кто-нибудь на эти деньги там полгода работал. У вас двое, что ли? А, нет, один просто огромный такой. Ух ты, какая, смотри, да, дура. Всегда боялся крабов, они какие-то... Они не страшные, как, скажем, пауки. Они просто такие, какие-то, блин, ну, натуральная машина для убийства. В панцире с огромными клешнями. Вот из такого размера они были бы. Я книжку читал просто в детстве. Про то, как там на какой-то атолл напали крабы-мутанты после ядерного взрыва. На тот момент меня торкало. Там против них войска ввели, они просто танки не прошибали их броню. Это было круто. А сейчас читал, конечно же, эту книгу, она, ну, наивная, кажется. То есть как раз на такой... Солнце садится, и вы чувствуете... Я чё, подожди... Офигеть, когда я успел тебя подхватить? Давайте-ка лечиться. Хотя, давайте-ка пока не лечиться. Где у нас ближайший город? Нам нужно с кого-нибудь попитаться. Блин, города поблизости нет. Давайте сохранимся. Потому что я чувствую, с этим драконом у нас что-нибудь да получится в итоге. Да, ночью темно. Но. Так, давай за мной. А, ты приземлился, но это, в принципе, облегчает нам задачу. Так. Уволю, оли. Как тебя там зовут? Блин, я застрял. Вот и все, вули, йоли, йоли. Йоли, воли. Вульотнак.
В принципе, это было, я бы не сказал, что сложно, я бы сказал, что это вообще было элементарно. Как видите, когда они приземляются, они просто натурально перестают доминировать. Так, ладно, по этой дорожке мы придем к какому-нибудь поселению, хотя бы маленькому, мне нужно крови попить. Сейчас нам, по идее, вообще вот сюда надо. Но ближайшее вот в форте, может, покушаем. Или в Рорикстед смотаться. Даже не знаю. Ну, кого-то точно нужно похарчить. Во, слышу. Это кто? Гонец? Так. Подожди, а как с тебя кровь-то пить? Или только со спящих на кровати можно? Даже не знаю. Может, теперь с тебя можно выпить? Надо хоть помидорку съедим. Ладно. Чёрствый у меня персонаж, чёрствый. Не отрицаю. Так, ладно, куда нам двигаться? Похоже, мне просто придется вылечиться, потому что поблизости нет никого, с кого можно было бы попить крови. Сюда же двигаемся, да? Куда-то сюда, да. Так, а где у нас, кстати говоря, темное братство? А, вот она. Не, нафиг, давайте вылечимся. Так. Да, блин. Я так понимаю, что все хорошо, я больше не вампир. Вообще удивительно, что он меня заразил, потому что я же все-таки кто дышит? Я все-таки боссмер, то есть у меня сопротивляемость 50% ко всем ядам. Ты воскресился, похоже, да? Воль-йоль-воль, как там тебя звали? Блин, ну вот это натурально ночь, натурально темно. Вот это я уважаю. А, это ты дышишь, лисичка? Блин, ты чё меня пугаешь? Так, отсюда мы напрямик пройдем, и потом нам нужно к звезде Азуры петлять. Отличное место для засады, кстати говоря. Надеюсь, здесь нет каких-нибудь бандитов прокачанных. Ой, туманные места. Сколько время? 8:30 утра, что ли? Или вечера? Не суть важно. Так, что это у нас тут такое поблизости? Какая-то водонапорная, говорю. Ветряная мельница. Водяная мельница. Ладно, нам сюда нужно. Да, ночь плюс туман это называется. Низги не видно вообще. Так, по берегу потихоньку. Не спеша.
жилище рыбака. Я думаю, не против будут, если я тут переночую до утра. 12 часов. И со свежими силами уже пойдем к Азуре. Но, Туман, доброе утро. Вы не против, что я поспал на вашей кровати? Рыбак. Так, ладно. Что у нас там пожрать-то есть? О, сырую съедим с хрустом. Все-таки отголоски Вервольфа мне еще остаются. Живем сырое. Иди отдохни, а. Это не те дроиды, что вы ищете. Так, ну чё? Хорошо. Так, вот и оно, похоже. Я уж и забыл, что нам тут делать-то надо. Там нам нужно наставник Мейлин Варен. Что-то он вырвался из-под контроля, надо его запилить, похоже. Хотя могу ошибаться. Давненько уже было, в серии 7 назад. Убили или Налты. Так. Кто это нас замечал? Подожди, мне кажется, или это... Кто-то там плавает, короче. По-моему, олени. Водоплавающие олени. Обалдеть. Ох, так, что-то ты долго грузишься. Большое подземелье, что ли? Офигеть. Мне что, аквалангизмом начинать заниматься, что ли? Скелет внушает. Как бы сразу гарантирует то, что тут будет весело. Но я думаю, на этом и завершим эту серию. Внутрь двинемся. Не внутрь, а уже просто вниз туда дальше. Следующий. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.